Для чего вас вызвали в госавтоинспекцию? Я 9 сентября в 8 вечера на парковке около ТЦ ГРАД совершил нарушение. 09.09. Нарушили закон, перевозили пассажиров неправильно. Ой, нарушил. Двух пассажиров на крышке багажника своего автомобиля. В качестве пассажиров передвигались, да? Да. ТРК ГРАД. У вас 21 на 7. Вы сами что думаете по поводу этого нарушения? То, что это глупость. Я думаю, что такое не повторится. Да. И свое нарушение я понимаю, и такого не повторится.